Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Мандарин, Гафакол ТВ, Кирилл Геймер, Венера, Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, привет, братья. Всем привет, Тучики. Всем привет, друзья. Денчик скинул классный мод на Годзиллы. И будем выживать в гигантской карте Биг Сити. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. Пацаны, 10 секунд для того, чтобы мы успели уехать. Кстати, кто проигрывает, тоже берет Годзиллы. В конце ролика будет 7 Годзилл и один выживший. Я представляю, как это вообще будет сложно. Но возможно. За мной. Ну все, мы готовы. Нет. Давай, выступай. Так, где же ЛТВ наш? Я его вижу. О, привет. Привет. Он меня убил, подстань, я поддал. Не, на самом деле, серьезно, я поддался. Я могу сразу сдавать задний ход и уехать. Ну, видишь, что? Да ну, блин, я не поддавался, ладно, ладно. Ребята, смотрите, на самом деле, какие они гигантские. Видите? Да. Это мы их уменьшаем специальным модом. Сейчас я вселюсь. Давайте я попаду просто настоящим гигантским. А что, еще одного убил, не? А, Димс, нет, кстати, нет. Вот ты кто-то взял Годзиллу, вот я слышу прям вот звук большой. Ну, типа звук, как будто аэродром какой-то летит. Ничего себе. Я вообще ору сильно. Пацаны, типа, вы видите хоть кого-то? А давай вылезай ты, слышишь? А где он? Давай, я иду к тебе, скажи. Он между домов сейчас. Класс, спасибо за подсказку. Куча домов. Если он не в машине, то на R английского, нажми, замочишь его. Давай. Какого фига? Блин, ни одной машины не вижу, хотя должно быть куча пацанов. Пошкерились, да, очкошники? Конечно. Да не очкошник. Это был убил, экстрим. Убил. Замочил? Да. Молодец, респект это, тебе. Это был экстрим, только о, что. О, привет, киндафурик. Да, я Годзиллу видел. Как дела? Куда идем? Годзилла страшно. Пошли, они где-то по краям. Я вроде там машину видел, а ну-ка. Ну, скорость такая, как бы, кажется, медленно, но давай между домами заглядывать. Там никого нету? А ты, если попадешь между домов, ты на дом залезешь. А, кстати, да, я знаю, тут такие есть приколы. Это ты просто бегаешь, орешь сам? Да. Крикун. Я чуть-чуть больше тебя, кстати, чуть-чуть. Ну, он просто понимает, что ты можешь пошел. Я думаю, что вот здесь по-любому кто-то шкерится. Не знаю, почему, но мне так кажется. А где-то никого. Я так, просто не увижу никак туда, не зайду. А ты справа, я слева. О, я это чья машина? Прощай, щенок. Есть! Вот это был эпичный взрыв. А кого-то я убил. Меня. Мандарин, ну извинись. Дима, ты на 4. Так. Ну пожалуйста. Есть, тебе как ты взорвал его, молодец. Респект все тебе. Понятно, ЛТБ. А что, если ты не умеешь ездить? Кстати, на машине реально легко уехать было бы. Ну что сложного? Или на 5 уже. Уже пятеро? Да. Так, пацаны, ну что, сейчас будет выясняться, кто же будет победителем первого раунда. Это буду не я. Как и красный. О, красная машина едет. Это кто? Да, это Итучка. Итучка, ты понимаешь, что тебе придется убить? Ставим, блин. Дима на мост сидит, там залезть можешь. Я знаю. Окружай его. Итулечка! Он едет! Он едет туда! Ну все, у него выхода нету. Попробуй вырваться. Нажимай удар. Ее! И ктучка! Ну летучка! Да это обзываешь, да? Я не оскорбляю тебя. Так, пацаны, осталось двое живых. Только что это Митя на мосту белая машина пролетела. Да? Лечу. Лечу со всей силы. Я за ним. Да. Да. Так, пацаны, я сейчас скажу, куда он едет. Ой. Он врезался. Все, Кирилл Геймер, это ты? Да. Блин, он выровнялся. Я точно окружаю тебя кто-нибудь. Вижу, а где вы? Вон где? Он полетел, короче, едет в центр города. Не, сейчас еще на окраине пока не что. Вот он. Я его убью. Мы окружили его, Дима, не выйдет. Ты убил его? Я его хвостом, не? Не убил? Да блин, наверное, не убил. Подожди, я так его смогу увидеть? Нет, а не могу. Колеса спустили. Оба, пробили колеса? Молодцы. Блин, он уехал, все-таки смог такую дырочку заехать, там маленькую. Он там еще и нет. Не знаю, вы его не видели здесь? Еще ж машина такая у него поносовая, мы ее увидим. Нет, поносовая там не было. Это не у меня поносовая.
Давай меня. Да, он там сидит, Дим, он там сидит. Я в доме застрял. Да как мне к вам выходить, если вы меня окружили? Вышел. Хвостом, хвостом его. Давай, давай, выходи, очко Шнелла. Чё нам умрёшь? Ты не выживешь. А я развернуться не могу, потому что всё шатается. Я его зажал, всё, я его зажал. Убил? Я его хвостом ещё отлуплю. Он там сидит. Блин, ну я думаю, что где-то вот там он сидит, да? Он там в центре сидит, в этих своих руках. Ну машина такая, только надо хвостом, правой кнопкой мыши бить. Я убил его, я убил его. Молодец, я уже хотел лететь, я с админского пистолета его замочить. Это было бы сильно. Вот знаете, какой я сейчас хочу раунд сделать? Короче, Кирилл Геймер, ты победитель первого раунда. Ребята, раунд, когда я один из 7 динозавров. 3, 2, 1, полетели! Я думаю, что он спрятался в то же место, как и Кирилл. Я не буду прятаться, как вы, я буду ехать. Он за мной бежит, динозавр уже. Но еще усложняет тем, что камера очень сильно дрожит. Я не сдамся, пацаны. Я уйду до последнего. Видите, что он сделал? Видите, что он сделал? Он перепрыгнул с забора. Может ли эти динозавры вонючие так перепрыгивать? Я так его за минуту поймаю. Да я специально поддался вам, пацаны. Ребята, ОЛТВ меня убил, и сейчас он попробует повыживать, как я. Один против всех. И посмотрим, может он даже чуть-чуть и больше, чем я продержится, а может и меньше. 3, 2, 1. Погнали! Вы знаете, где ОЛТВ? Подсказывайте. Не, не знаю. Блин, у него, видите, было больше времени, чем у меня убежать. Тебе, ОЛТВ, повезло. Он, наверное, зашкерился все-таки, как некоторые делают. Шкерафан, выходи! Я выхожу. Ну так давай. Где же ты? Я думаю, что мы его сейчас только увидим. Вон и он, он в канаве, вон он. Ой, канавейшн. Не вижу. Да ёма, чё так долго... Прощай, щенок. 3, 2, 1. Теперь и тучка выживает. Покажи нас, что ты способен. И пламя, и огонь. Всё, всё ждёт и тучку впереди. Ну хорошо лахнул. Ты свойство машины поменял, я это увидел. Да я только подвеску изменил. Да, да. Спортив. А что, вы его видите, пацаны? Нет. Мы пропустили его немножко. Вот это крики на карте. Я думаю, что он здесь. Я уверен даже. Я катаюсь по карте, я не... А, ты не зашкерился? Тут много переулков есть, а тут не прячусь. Ну а что, Дим, я поддался. Я тоже поддался специально. Да, кстати, каждый поддался, мы приехали. Да блин, я его не вижу. Вон и тучка. Летит со всей силы. Все равно ему осталось жить недолго. Хочу посмотреть, как его убьют. Вот, смотрите, один динозавр уже срезал. Ну, не динозавр, Годзилла. Но очень похож на динозавра. И тучка, ну ты как-то очень быстро ездишь. И это очень подозрительно. Да это потому, что машина быстрая. Так, пацаны, я буду сверху вам давать информацию, куда он едет. Давай. Так, между домами зашкерил, врезался. Вот он. Так, вот, молодец. Ты пробежал, надо было, блин, между домами пройти. Ты пробежал его. Так, он вернулся назад, очканул очень сильно. Ты чё меня, да? Ты тогда говоришь такое, зачем? Ну, потому что ты хочешь выиграть. Ты пока мисс лучше всех играешь. Да я поддался. Я уже понял, ты уже сказал много раз. Получается, ты не врешь. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш Дискорд, пообщаемся, порём. Давайте в Дискорде добьем 50 тысяч, а в Ютубе добьем 2 ляма. 2 миллиона. Только на Дискорд в описании. Короче, он что-то долго играет, пацаны. Да. Ну, подаем ему. Да нет, слушайте. Просто этот, как-то он хорошо играет. В канаве, я думал, что он заскерился. Он уже в этом промышленном районе. Он в канаве? Да. Нет. Кто сказал? Он же в ангарах, в ангарах. Не ври. Это ангар, да, называется район? Да. Блин, ну и тучка, ты так будешь всю жизнь, что ли, ездить, или чё? Это этот район называется цыганство. Вот и все, прощай, щенок, ну, нажимай удар, так ты должен был его убить, что ты не то нажал. Мне кажется, надо и тучки усложнить. Чем? Колеса пробить тебе, например. А я запомню тебя. Он в углу дома, здания, города. Колесо пробил, пацаны, пробил колеса ему. А где он? Вот, мочи, мочи его, бей. Блин. Есть, молодец, даже меня убил. Он живой.
что? Вы чё, это удар, просто как удар, как стреляет, нажимай. Как выстрел. Как же камера трясется, я же не могу выехать отсюда. Да, когда камера дрожит, это реально напрягает. А что не взрываюсь? Зачем ты, наверное, же? Я убил его. Есть, и тучку замочили, вот его корыто горит. Ты что на меня? Ну корыто, ну блин, ну... Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Кидаем ядерную бомбу на Годзиллу. Что-то не долетело даже до Годзиллы. Долетел. Всем пока. А ему нифига. Стойте. Еще раз. Миша, все фигня. Да, тут слабо кинул. А че, нормально? Во, вот, сейчас нормально будет.